長く険しいインドへの旅。旅行中、マルペ очень хотелось найти спутника。Когда он пришел в место под названием Кинесал Каменяга, он встретился с переводчиком по имени Ню из Карака. Этот Ню тоже шел в Индию. «А, ты тоже идешь в Индию учиться закону? А денег у тебя много?» «Нет, что ты. Всего-то 2 сена. Солгал Марпа, остерегаясь Ню. «А, это хорошо. Пойти с тобой, Марпа, без денег в Индию, искать закон, это то же самое, что пытаться напиться воды из пустой тыквы горлянки». «Становись моим слугой. Тогда сможем вместе пользоваться деньгами. Ну как?» «Хорошо. Так и сделаем». Не зная, к чему приведут эти отношения, Марпа не просил никакого учения у Ню. Желая лишь временной пользы, Марпа пошел к нему в спутники. «Посмотри, там в горах полно народу. Эй, послушай, там что-то происходит. Здесь находятся 2 непальца, ученики Наропы, Читирупа и Пейнрапа. Сейчас верующие женщины, чья вера глубока, занимаются ганачакрой. Вы тибетцы, так что, если пойдете туда, сможете, наверное, получить какую-нибудь еду и питье». Только лишь услышав имя Наропа, Марпа почувствовал кармическую связь из прошлой жизни, и его охватило неизмеримое чувство ностальгии. «Ню, что бы там ни было, пойдем туда обязательно». «Да? Ну что, пойдем, что ли?» В это время непалец Читирупа как раз читал лекцию у Гуясаманджи, и Марпа и Ню прислушались к ней. Сейчас здесь присутствуют 2 тибетцев. Они, наверное, еще не получали авишейки. Я боюсь нарушить клятву Самаи, раскрыв тайны. Они не понимают по-непальски. Тибетцы, они коровы. Что? Не узнал непальский, поэтому, услышав такое, рассердился. Он перестал слушать лекцию о законе, повернулся спиной и стал читать мантру. «Ню, а сегодня ты не пойдешь слушать закон, принимая угощение? Если хочешь пойти, можешь идти один. Я не хочу идти туда, где меня обзывают коровой. Вот уж кто корова, так это те непальцы, которые так говорят. Ну тогда я один пойду». «А, вы опять пришли? Сегодня? А где ваш друг, который был вместе с вами? Он знает непальский. Поэтому, я думаю, вчерашние слова гуру Пейнрапы рассердили его. По этой причине сегодня он не пришел». «Ах, вот в чем дело. У твоего друга нет кармической связи со мной. А то, что ты пришел, это хорошо». Так Марпа получил устное посвящение в учении Шри Чаппитты и Пуа, а также дозволение и благословение Деви Ветами. «Я совсем немного знаю санскрит, поэтому хотелось бы позаниматься побольше. Но, к сожалению, у меня совсем мало денег на обучение». Марпа дал 2 гуру по 1 сану, обрадовав их.
Если у тебя не очень много денег, то тогда тебе нужно идти к Пандита Наропе. Этот человек – единственный гуру, который, не требуя денег, рассказывает о законе. Стали говорить они, рассказывая о том, насколько велик Наропа, какими прекрасными достоинствами он обладает. Мы, пожалуй, отправим тебя к гуру. Гуру Наропа – это действительно тот, кто подобен второму пробудившемуся. Или оставайся здесь. Они дали ему много дружеских советов. Марпа почувствовал неизмеримое доверие к этим двум гуру. И он подумал, что ему нужно отбросить желание и страхи, умрет он или же будет жив, ему необходимо идти к Наропе. Как и советовали ему два гуру, чтобы привыкнуть к жаре, Марпа 3 года оставался в этом Субаябунате. За это время он изучил законы изучения школы Наропы, которые ему необходимо было знать. Марпа, вот и пришло время расставаться. Сначала найди Праджнасингху, молодого монаха Наропы, и передай ему это письмо. Большое спасибо. До встречи, гуру Читарупа, гуру Пайндрапа. Гуру Пайндрапайо. Матайбашо. Марпа отправился в путь, взяв с собой Ню. Они отправились в путешествие в Индию, встречая на своем пути большие трудности. Здесь живет Маха Пандита Наропа, гуру Читарупа из Непала, обладающий великими познаниями. Не пойдешь ли ты со мной получать учение у Наропы? Раньше Наропа был пандитом, однако потом Ацукусуру. Я не хочу идти, как у него. В этой огромной Индии много пандитов, познание которых подобно солнцу и луне. Я иду встретиться с этими людьми. Если ты не пойдешь со мной, я тебе даже пылинки золота не дам. Прощай, Марпа. После этого Марпа стал искать молодого монаха Праджнасингха, о котором говорили два непальских гуру. В этом письме Читарупа говорится, «Этому тибетцу обязательно следует проповедовать закон. Непременно приведи его к Наропе». Гуру Наропа сейчас уехал в Рабал, что в западной части Индии. Его здесь нет. Но он, наверное, скоро вернется. А пока побудь у меня. Я позабочусь о тебе. Как этого хотят мои непальские друзья по даме. Гуру Прахали, и сегодня, завтра от него должно прийти известие. Да, у тебя превосходная интуиция. Поэтому так оно, скорее всего, и будет. На следующий день пришел один отсал и передал послание от Наропы. У тебя остановился буддист, пришедший из Тибета. Приведи его в Прахали. Так Марпа был приведен Праджнасингхой. Он пришел на площадь города, украшенную цветами, и дошел до монастыря Золотой горы, который находился в Прахали. Здесь молодой монах представил Марпу Наропе. А, этот человек и есть великий пандита Наропа, которого я искал.
Варпава, Экуно Махапандита Наропа Тукал. Встретившись глазами со славным Махапандита Наропой, Марпа от всей души несколько раз глубоко поклонился ему и дал розы, сделанные из золота. Как и предсказывал гуру, мой сынок Марпа Роду, обладающий сосудом высшего практикующего, ты пришел из далекой-далекой северной страны, чтобы исполнить роль моего посланца и получил радушный прием великих богов Ваджраяны. Наропа вас сказал Наропа и почувствовал, как наивысшая радость наполняет его. У меня был друг по даме, у которого много денег. Однако его сердце захвачено глупыми высказываниями Пайнрапа из Непала, так что он отправился на поиски другого гуру. Сынок, между твоим другом по даме и мной нет кармической связи закона. Наропа дал Марпе сначала Шури Хиваджу и вторую Авишейку из Хиваджа Тантра и завершил все Ваджа Панджалы и Санпутой. Марпа изучал это учение в течение года. Так произошла встреча Марпы с великим гуру Наропой. И это было исполнением предсказания Тилопы, который являлся гуру Наропы. Теперь Марпа, получив благословение от могущественного гуру Наропы, начал изучать великий закон.